мистер Перкинс. Вы, видимо, Томас Вулф. Могли прислать мне отказ и по почте, но я хотел лично познакомиться с тем, кто первым прочитал Хемингуэя, Фицджеральда и открыл в них гениев. Все издатели города ненавидят мой роман. Мы хотим издать вашу книгу. Макс, это миссис Бернстайн. Мистер Перкинс? Эллен первая сказала, что мой труд чего-то стоит. О боже, они называют тебя гением. Я автор бестселлера. Я заслужил красивую жизнь. Ты уже работаешь над новой книгой? Она будет об Америке. Вся и целиком. Ну вот она и готова. Заносите ее. Прошу. Справимся. Как скоро? За 9 месяцев, если не захочешь что-то добавить. Я написал еще одну главу. В книге 5000 страниц. Намек понял. Так, режем, режем, режем. Ты работаешь 2 года все ночи напролет. Ты представляешь, каково это — возвращаться каждый вечер в пустую квартиру. Его увел у меня твой муж. Дочери уже забыли, как ты выглядишь. Это моя работа, мое дело. За 2 года ты сократил всего 100 страниц. Каждую из них я вырывал со слезами и кровью. Ты бы не поступил так с Хемингуэем и Фицджеральдом. Хватит. От тебя я этого не ожидал. Ты просто боишься жить. Жить можно и по-другому. Да, у тебя 1000 поклонников, но несмотря на все твои миллионы красивых слов, ты понятия не имеешь, что значит жить. Макс превратил меня в калеку. Он исказил мое творение. Он исполнил твои мечты, сделал тебе карьеру. Посмотри, что стало со мной. Мне обидно и больно. Я не могу игнорировать свою работу. Выбирай, Том. Прямо сейчас. Из-за этого мы, издатели, теряем сон. Мы делаем книги лучше или просто другими? За всю жизнь до тебя у меня не было друзей. Ты не представляешь, через что я прошла, чтобы смотреть на тебя и ничего не чувствовать. Такие писатели, как Том, встречаются раз в жизни. Дочери тоже на всю жизнь. Я хочу добавить в книгу еще один абзац. Боже, я должен начнешь добавить. Что-то добавлять — нам конец. Книга посвящается Максвеллу Эвертсу Перкинсу. Автор надеется, что эта книга окажется достойной его.